Привет! Хотел сказать привычное всем привет из Алании, но, к сожалению или к счастью, наверное, все-таки к счастью, потому что вы видите, где я нахожусь. Мы находимся сейчас не в Алании, мы находимся в Манавгате. Это тоже такой райончик, который находится ближе к Анталии, за Аланией, за Куджаларом, за Инджикумом, и у него тоже есть свои поселочки, их много. В общем, это все называется Манавгат. Место, которое вы сейчас видите, называется Грин Каньон, но сейчас мы не об этом, сейчас просто с этого шикарного места я хочу рассказать, какая погода у нас сегодня ожидается в Алании. Потому что сейчас время обед. Вот, в Алании сегодня от 28 до 30. На солнце они ощущаются как все 32, то и больше. Если на солнце вы находитесь. Температура воды средняя сегодня по районам Алании 26 до 27 в разных местах. И в этом месте, где мы сейчас находимся, на солнце здесь тоже голова нагревается моментально. Но по градусам здесь сейчас 25, а ночью здесь 11, друзья, 11. Обратите внимание, в Алании температура по ночам не опускается ниже 24, 25-24, я даже 23 еще не помню, что было ночью, а здесь ночью 11, вот такой вот, но это горный район, холодненький, тут такой свежий ветер дует, но сейчас на солнце здесь тоже очень жарко, хотя всего лишь 25 по градусам. Не пропустите обязательно этого видео, здесь я уже второй раз, я еще не смонтировал первое видео, когда мы здесь были, уже почти месяц прошел, и сегодня я здесь еще один раз с Артемом. Вот, вы Артема уже, я так понял, да, я тебя уже показал вроде, да, Артема вы уже знаете, он из Германии приехал, вот, и, короче, это видео обязательно будет, я вам покажу этого всего побольше, а это был просто прогноз погоды на сегодня, всем привет, опять хотел сказать, из Алании, привет из Турции, люди, приезжайте в октябре, приезжайте сюда осенью, здесь просто офигенно, всем пока.